Это. Нет, бро. Мы готовы антифактить. Ты конченый. Да, вот это говно придумано. Брать в него играть. На нахрен. Вот. Ой, я сам видишь, да, вот это новое. Чё, пробиваешь? На. Марина. Я ему по 6 с пистолета убью. Куда он делся? Ага, он крыса всё-то. Крыса не умирает. Я чё-то просил. Вот сейчас, по идее, я его убью. КПшечка. Да, она в первой команде. В первом её подразделе. КПшечку возьми. Тебе прямо должен. Думал, убивали прямо. КПшечкой. Не, все, мне не надо. Ничего мы стали, ничего. А, дочь пошла? Падлы. А, это свои. Свои? И падла. Давай я с ним базарю. Я хочу базарить. Пробел, пробел. Пробел. Нахрен ты не нужен. Пробел с ним. Дальше, а? Вот, пистолет прокачался. Открыто достижение. Ты перешел тоже на экстрим? Это я возьму, пожалуй. А что тебе дали? Мне дали... Лопату. Да, ну, этот... молот дали и... броню с... бонусом для урона, по-моему, ближнего боя. Броня? Броня для... с бонусом для ближнего боя. Хелс бонус. Да, ваш бонус уже слим. Ага. Все нормально, пойдет. Я его сейчас одену. А как она называется? Как называется? А называется она Slim Slim Slasher. И не просто так, то есть вот эту фигню нам дали для того, что для борьбы со слимами, но я не знаю, кто это. А что-то у меня нет такой брони, у меня есть визаун. Которая на мне еще. Ну не просто визаун. Нам это дали, потому что... Spiral Flag и Fenge Jack. Бистбашер. Он против бистов. Бистбашер? Молот. Да. А... осталось только узнать, какие мобы. Типа относится. Я, короче, без башни возьму, а ты бери его там. Но только мне кажется, что... там, сколько...
кажется, в зависимости от уровня нужно менять эквип. Чуть процент нового уровня. Ну, есть немного. Соточка. Погнал, давай, 98 было. Вот, Миша. Нужно, чуваки. Ранг. Вот, ранг 2-1. А тут везде самому, короче, пойди. Да? Вот эти ранки попробуем. Допустим. А попробуй сейчас приджониться как-то ко мне, сейчас я. Сейчас попробую. Так, ранг. А, тут много миссий. Тут их сколько? Четыре миссии. А я одну уже прошел или что это такое? Да, а, это она просто рассказывает. А вот вторую меня уже куда-то переносит. Let's go shopping. Вторую мне. Пойди кататься сейчас. Посетите, поговорите. Все понятно. Да, мне шлем какой-то дали. Нужно просто поболтать. Да. Я третий. Новая. И третья, и четвертая супер станга. Так, Hot Edge. Что значит Hot Edge? Давай, следующий тут надо уже в пати. Погоди, я сейчас во второй нахожусь. Воу, что ты так долго делал? Я читал. Что тут? Защита побольше дается. Жесть, это самый крутой. Что-то мне одевать ее не хочется, потому что она... Тварь! Дает... Падла! Что? Мразь какая-то на меня кинула. Говно какое-то. Мне хочется носить вещи с упором на дамаг. Мне кажется, это круто. Да круче гораздо. Я бомбу ничего не взорвал. Можно качать. Ну это тоже. Далее. Эрфактер. И супер станган.
А, нет, стоп, что-то не то. А, не-не-не, еще рано для суперстангана. У меня он есть уже. Я щит поменять надо. Что? Щит. Смотри, стан резистанс. Причинаю защиту от стана. Окай. А я, по идее, не взял этот щит, потому что у меня пистолет. Щит можно иметь, когда ты, я так понимаю, когда ты достаешь из ножен меч, тогда и щит появляется. У меня только один щит, просто щит. Ну, в третьей миссии мне дали Iron Buckler. А куда он сидится? Ну, в щиты, куда еще? А, да, Iron Buckler у меня тоже есть. А вот и ты, Саргатас. Ага. Давай, иди уже. Окей. Так же. Ух ты, ё, сколько. А вот теперь уже форм пати. Только с пати, да? С пати, да. Ну заходи, форм пати. Нажал? Лисенок нарисован желтый. Да, Джоин. Че ты 2-1 не начал? Так, а где силы? Слива и слов нет. Что за базиль? Ой, я ничего не на базиле нажал. А, базиль что-то дает. А он хилки у него покупать. Ну, предположим, что здесь слива. Предположим, вставай сюда. Я с лопатой. А я с молотом. Слимы это, по идее, такие жидкие должны быть. Пудинги такие, монстры. Ты их будешь копать. Больше похоже на бестиарий. Я вообще не могу, кстати, у меня только одно оружие, у тебя. У тебя два оружия? Ну два, да, вот станган суперский и щит. А, все, я понял. С лопатой. И что тут делать? Так. А, не, это... Нам вообще сюда. Да. Вот, слизи мне. Слизь. Как ты взял опа, это? Опа, просто взял, да и все. Чё-то пока мне не понятно. Подними на всякий случай, чтобы пригодится. Мне зелененькое. А, вот зелененькое. Ага, сюда нет я. Давай вниз. Один так, вниз. Тут тебе повезло больше. Чё? Смотри, иди вниз. Нет, тут пистоподобные чувачки. Надо было на картинку смотреть. Не мне, внимание. А, много стоит. Я могу обратно зайти? Нет. Ты можешь сейчас поменять оружие. Прям сейчас? Да. Попробую, сейчас попробую. Бизнес-башер. Бизнес-башер. Я не могу. А я поменял почему-то. Давай ты тогда этих, а я без стол буду разбирать. Ну все равно все одинаково всем дает. Опа, тут западня. Это не слизни твои кончики? Нет. Это какие-то жуки. Нет, давайте я буду вот так качать еще. Это вообще хамелеон. Волк. Можно заряжать в беге.
Кого? А что так у меня здоровья-то мало? Кого можно заряжать, блин? Ну, атаку в беге заряжали, это классно. Ого, он стреляет еще круто. Да. Ну на, попробуем первый. А, на 14. Еще. А, вот он устанет как раз походит. Да. На нахрен. Опа, нормально. Блин. Собирайся в эту хрень, не знаю почему, но мне это не нужно. Падла. Стал. Вот так кнопку встал. Это рубить можно, тут хилки, слышишь? Ага, а это вот про энергию тут что-то. Что-то с энергией связано. Гайд-то по энергии уже был. Только что-то я пока не понимаю суть этой энергии. Потому что я сначала думал, что энергия это синенькая полоска, типа маны. Аналог. А я. Вот тут же. Ты чё, иди сюда, тут. Смотри, смотри, я ключ нашел. Тут хпшки и монет. Уходи. И внизу еще проход есть. По-любому это мы не сюда. Но это не для этой двери ключ. Я просто нажал на дверь и, и прошел. Что-то мне тут не нравится. Море. А туда ли я... Куда ли мы идем, вопрос? Давай раскидаем. Они хилятся, падлы. Давай попробуем. А, ву... Я понял, что прикол. Заходи. Ко мне. Я уже здоровый, маловат. Похрен, сейчас убьем. У меня это тоже невелика полоска. Не бей его, он хилится. Зайди сюда, чтобы он не хилился. Че не хилятся, твари? Может эти падлы маленькие хилят? По-любому маленькие падлы хилят. Да. Именно они. Давай маленьких падал. Маленькие какие? Вот. Блохи вот эти. А, которые... эти? Все, они не хилят уже. Да все равно помню. Не, они не хилят. Не. О. Я просил уже. ХПшечки на один будет? Нет, не то, что мне надо. Крышки. В итоге тут ничего особого. Ну, какие-то бонусы явно. Внизу проход есть, то есть нам не нужно возвращаться обратно. Надо тут похилиться, погодь. Тут хилки были. Все главное, забирай. А, похилились. Мразь какая-то. Таблетки, блядь. А чё это внизу за хрень? Firewall. Stunwell. Stunwell. Стой, хилки, хилки. Я не хочу использовать. Я не то нажал. Это разве хилка? Мне теперь выкинуть надо. На. Вот хилки. А. Нет, а вот что ты взял за пробирку такую? Это 1, 2, 3 кнопки. А, все, понял. Так, что-то я только позвал. Тут хилки были, где все хилки?
это health капсула. А, ну пожалуй, вот хилку-то я. Как ты это сделал? Как это? Подожди, ты где? Просто нажал на 3D и все. Я хочу фиолетовый. Я не понимаю, зачем они нам. Потом по-любому возвращаться. Да. Но а как ты капсулу использовал? На 3. На тройку. Она у меня не на тройке совсем. Ни хреново мне так продамажили. Хромолиски какие-то кончены. Сколько их там осталось? Да. Куда нам дальше? Назад. Самое начало. Вон, на карте нарисован. Дверной замок. Карта, а вот карта. Нам сюда. В общем, да? Направо. Вот тут по-любому хилки есть. Пустак. Хилочка. Ты фуловый, да? Или нет? Не-не-не. Я теперь фуловый. Блин, я хочу обратно. Вот, дверь. Подожди, мне надо отхилиться. А нечем. Вот, кусты. А вот. Ой, точка. Еще мне хилка нужна одна. Опа. И еще одна. О. Все, я фулл. Почему у тебя кусок больше на спине, чем у меня? Вот не знаю. Я знал, что будет. Опа, сначала жопу, который хилит. Вот тут мне бомбу пригодилось. Ух, ни хрена они мне продамажили. Я пробирочку сколько взял. Сколько нашел. Давай попробуем пробир. Опа, я кинул в него пробирочку, и что-то с ним случилось явно. И еще одну кинул. А это я не попал. Кидай пробирочку. Ну вот это один на три. Я так понимаю, что... Ну, я просто мне не хочется на таких штучных бомбах тратить пробирки. Эти пробирки, я так понимаю, съеду. Блин, да. Опа. А вот это на таких тоже? Хили вообще. Тоже не особо не хочется. Хили еще нравится. Уверен, меня сейчас захавают. Сейчас пойди еще. Блин, я ничего не использую. Да, еще будет. Вон, здоровье. Опа. А зачем, интересно, бонус к здоровью тут? Это не бонус, по идее, это возрождалка. А, вот, где таблетка была. Мне пух. Вот, манная энергия. 5 крон. Я фул КП выиграл. Андеркрэбл. На этой месте? Так, вот тут. Вот.
вот тут я поменяю себе без башни. Сейчас хопа и эти пацаны. Да, слимы. Я буду долго ржать. Так, я бомбу хочу себе. Где бомба? Материалы. Во, материалы. Из них можно крафтить, значит. Где бомба? Слушай, не смешно. Где бомба? Ты арсенал нажми, там бомба. Я в арсенале сейчас. Ааа, я понял. Что такое? Это... Или нет? Тут бомбу что ли нельзя использовать? Нет, другое, я понял. А, вот бомбочка. Вот. Окай. Вот бомбу это я понимаю. Классно. Оружие, по-моему, можно прокачивать. Ой, меня что, зацепило что ли? Нет. Не цепляет. Али, дальше. Сейчас. По-любому, чем рази появится. А, давай быстрее не вернуться нельзя. Фина просто. Смотри, кто у нас. Сливы! Охренеть. Это что за издевательство? Я поменял оружие. Нет, зверей. Килку возьми вторую. Я уже взял. Только один бонус можно взять. Два. У меня два бонуса. Ты бы их сейчас копал бы. Ну да. Но они и так плохо разваливаются. Блин, ты хочу... Ты не угадаешь, какие бомбы делаются. Нет, эта музыка настораживает. Эй, я зарядил, финансово. Хоть бомба. А этот... Блядь, опять бесполезный кончик. Следующую по-любому надо брать, вот, которая наша. Ваша? Да, они чередуются, наверное. Хилка нужна, нет? Ну тут опять мрази сейчас будет. И у меня все это пистолет не заряжается. Смотрите, не тот пистолет. Супер Старган. О, заряжается. Это, мне кажется, минералы для крафта. Да. И нам их по очереди дают, кто бы не брал. О, так оружие сейчас флешевое, вот это ружье, когда заряжает. Есть такое.
их. Не один пиздец остался. Что, промахивается? Пробежь. А что не берет? Ты фуло, у тебя, наверное, полный запас. О, минералы. Я не хочу желтые. Хочу зеленые. Возьми зеленый. Все, что ли? Не, хочу синий. Синий, да нет? И мне 5 крон. О, я из этого пистолет прокачал. Базар. Так, чё? Да, спасибо. Очень смешно. И Big Beast Basher. Давай другой. Так, а здесь что? Понятно. Какие-то фигни тоже. Scarlet Fortress. Так, надо Big Beast. Надо, мне кажется, и то, и другое взять. И лопату эту, и... И фигурь. Big Beast на какой? На второй слот. Так, ну я зашел. Сейчас. А нельзя, по-моему, два оружия каких надо. Одно такое, одно такое. А почему можно? Можно? Так, у меня что здесь? У меня все нужное. Вот это что она дает? Все нормально. Что это за машина конченая? Ух ты. А, вот алхим. Рецепты. Надо рецепты, короче. Ага. А это чё? Ты чё, почём? Явно не груши. Подожди, 100 крон? Это кроны? 100 крон? Или что это? Да. Крон. Можно ничего. Ну ладно, пойдём. Легкие миссии пока. Надеюсь, дальше будет интереснее. Хуйня какая-то, знаешь. Да блин. Вот тут дрочь надо разбить явно. Нет. Ага, и пройти уровень, да? Хорош. Ну, правильно. Так. Можно много чего. Кто это? Понятно. Кончили ну, судя по урону, который они получают, они явно бесты. Попробуй с линзами. С другим оружием? Да. Нет. Я по 7 стреляю. Не-не-не, не очень. Сейчас попробую. Вот так. Я ключ нашел, короче. 12. Ой-ой! Какая огромная разница, Кеф, офигеть. Да? Огромная разница, да? А-а-а. Только тут... Я такая жопа начинается. Разница в 2. Я тут пацанов бью. Я тоже. Только я немножечко в другом месте бью. Каких ты пацанов бьёшь? Которые... Ой. Ну я просто тут ключ нашел, понимаешь?
Я тоже ключ нашел, как бы. И тут еще мрази, да, есть? Черепахи. А как же? Сука, тварь, блядь. Я тебе уворотливый. Некуда, пацаны, некупаться. О, тут две двери, но я не знаю. Это мне ящерица убегает, тварь. Какие двери лучше открыть? Мне кажется, вот это вот, чтобы пройти дальше. Да? Мне кажется. Видишь, все-таки капсулу надо использовать, они исчезают. А. У тебя такой же уровень был? Блин, пистолет. Да, они отскакивают от моих ударов. Пистолет не качается, я его хочу прокачать, а потом вообще валить все. Интересно, зачем открывать дверь, чтобы уничтожить зеленые ящики? Что там такого ценного? Зеленые ящики. А-а-а. У тебя две таблетки уже, как бы. 14. Слышь? Ты охренел. Нормально, я буду танковитым танком. Не давали бы все шмотки всем людям. Да ты опять что-то спиздил. Все больше уже я ничего не заберу. Фриз, у меня есть фриз капсул. Ну, мне эта музыка всегда напрягала. Я сейчас их зафрижу. Суки, твари, блин. Твари. Ну все, пизда он был. Ну. Не добивай моего пацана. Он жирный какой-то был. Его, по идее, только лопата есть. Давай хилки заберем. Тут по-любому же есть хилки. Нахуй-то. Да. Я нашел пацанов. И что-то с энергией ключ какой-то связан. Что ты? Я что-то понажимал, и оно открылось. Как я это делаю? Я желтым, короче. Ты взял еще хоть какой-нибудь? Что-то я сердечко-то не взял. У тебя есть сердечко? Как ты крутишься? Да я мышкой просто верчу. Веселье. На мне. Болван какой-то. Ладно, хорош. Веселиться. Сейчас опять эта музыка неприятная будет. А, да-да-да, чардж сделать. И кинуть тебя, мразь, чтоб ты сгорел нахрен. Ты с плашой бьёшь ещё? Да. Чё, да? Нифиговый такой с плашой. Нифиговый с плашой будешь. Мои дауны просто стоят. А вот теперь я их буду расстреливать. Сука, пиздишь весь мою прокачку всю. Чё он сдох?
Ключ. Тут мрази. Используй капсулу. Окей. Вот у меня стун вил есть. На нахрен. По троим. Нормально, блин. Это и все. Легче было бы там проломить. Чё мне дадут? Стун вил. Одинаковое, по-моему, нам дают. Тебе желтенькую хрень дали? Некость. Тебе не надоело, Кефа? Нет. А мне как-то уже поднадоедает. Играй. Я опять вернуться не могу. Не. Я надеюсь, дальше будет жестко. По-моему, не зря надеюсь. По-моему, это игра для даунов. По-моему, да. Есть такое. Ну ладно, давай хотя бы эту пройдем. Дай мне молоко. Ну, есть молоко. На. Молоко? Ну да, что-то еще может быть. Я хочу покемона. Есть покемон. О, но нет. Мне нужен подопытный кто-нибудь. Чтоб я использовал покемона. Там где побольше народу. О, слушай, что-то у меня маловато вообще. Здоровья как-то. У тебя хилки есть. Хилки? Какие хилки? А, эти, не, это... Они против статусов. Слышь, а что тут делать? Тут, по-моему, надо вызывать покемоны. А, это хил-капсула, а не покемон. Веном. А вот это я уже не знаю, что ты делаешь. А, я знаю, что ты делаешь. Это гений, да. Такой тупой игре, я гений. Я ни в кого не попал, что ли? А, я в себя ядом попал. Великолепно. Хилк. О да. Достижение. Крон. Это вообще-то шведские деньги. Только шведы могли такую конченую игру придумать. Базар. Все, я наиграл. Слышь, нам дали запер. А, ну так это меняет дело. Запер, он, кстати, четкий, наверное.